Всем привет, с вами Сёма, это канал Шмаленко Плей, и хочу напомнить вам, что видео сходит по расписанию. По МСК первое видео входит в час дня, а второе в 3 часа дня, а по читинскому же времени первое видео входит в 7 часов вечера, а второе в 9 часов вечера. Так что не пропустите. И, прежде чем я смогу наслаждаться всеми прелестями музыки, мне нужно найти 4 части этого инструмента. Сейчас у меня есть одна часть инструмента. Игрушка под названием «Тоска». Перевел по переводчику из этого «Лонгинг» и так далее, прочее авторское произношение. Собственно, таки вот, части какого-то инструмента. Окей, хорошо, эта игрушка чем-то мне напоминает муравья. Была у нас как-то игрушка про муравья. Ну да, тут даже вон и шаги такие же. Собственно, вот, я не знаю, что это, и не знаю, где это, она в окошке, потому что по-другому запись не запускается на ней. Король наказал мне никогда не выходить за пределы пещер. Интересно, что именно он имел в виду? Пошли, выйдем. Развести огонь. Давай. Камни этой комнате... Чего? Камин. Это... Камин этой комнате не повредит немного тепла время от времени. Давай, разведем. Так, нам нужно обычный уголь, голубой... Ой, обычный огонь. Так, нам нужен обычный... Для начала нужно 2 куска кремния. О, господи. Так, а ты ходишь как-то быстрее или чё? Присесть и почитать. Подожди пока. Сейчас присядем и сейчас почитаем. Остановись. Так. Тут типа ничего нету, да? Ну-ка, допустим, ну, тоже нету. Хорошо. 2 куска кремния. Где же мне его взять-то? Какое-то странное управление, я на самом деле ни хера не понимаю. Какой-то король. Кому-то наказал. Он сидит. Ага. Ядрить твою! Ни хера себе король! Я на 50 звучка убавлю. Раз. Раз, два, три. 17. Нормас. Все, извиняюсь. Продолжаем. Продолжаем. Такую херню надо вырезать, конечно. Ну да ладно. Думаю, король раздумает исследовать его огромное королевство. Но лучше запомнить дорогу назад. Я дорогу назад запомнил. Разбудить короля. 400 дней только начались. Король все еще спит. Мне придется жить в его пещерных покоях и разбудить его, когда придет время. Через 400 дней разбудить короля. Нихера себе, какой-то черт охраняет сон короля. Мне некуда спешить, времени на прогулку достаточно. Он медленно очень ходит. Но в чем проблема, это вот в этом. Он медленно очень ходит. Он очень медленно ходит. К тому же какой-то этот есть, чтобы ты бежал, shift. Погоди-ка, а в управлении что-нибудь есть? Управление. Идти, неторопливо идти. Идти. Так, держите, давай тогда буду я держать пробел. Окей. Иди давай. Че не идешь-то, дебил? Мне очень нравятся эти ступени. Окей, круто. Че могу сказать? Хорошо. Так, ну окей, побыстрее начнем идти. Я на пробел тогда буду, только вот при поворотах при всяких. Он очень мягко идет, я думаю, когда он заходит за эти скалы, он застревает где-то. Ты че? Вперед давай. Еле как прошли, короче, мы эти ступени. Так, это я видел на скриншоте. Так, ну-ка. А вот так, когда я иду. Ты одинаково ходишь, что так, что так. Слушай, ты! Я вижу, что ты на земле. Кусочек угля, павший брат, возродился домой. Возвратился, хорошо. Молодец, чё он? Павший брат возвратился.
У меня есть 2х угля, допустим, у меня есть 2х угля. Я могу развести... А, мне нужен кремний. Поднимайся вперед. Да все-все-все, не мельтеши мне здесь. Вон сложный, короче, вообще. А, это да? Да, это окей, это стрелка направлять его. Допустим, пробел идешь, стрелкой направляешь. Правда... А, ну так, это там на мышку и поворачиваешь. И допустим. Окей. Зайти в дверь. Пошли. Эту дверь не открывали уже очень давно. На это потребуется время. Да? Да. Окей. Я ни хера не понимаю, что это. Используй стрелки из этой колонки, чтобы заполнить места. Используй стрелки справа для автоматической ходьбы. Идти запомнить назад. Чё? Идти в случайное место. Пойду немного пройдусь. О, нихера себе! Я уже могу протиснуться. Но стоит подождать, когда дверь откроется на полную. Я не хочу хитрить. Это вот... Правильно, это когда с лифтом. Пока двери на полную не откроются, не лезь! Не лезь, зараза! Не лезь! Мало ли захерачить тебя этим лифтом к чертям. Вот. А потом, если ты не пролезешь туда... Ты пройдешь, когда надо, все будет нормально. Вот, поучиться надо у этой игры. А, поучиться, да. У этой игры надо поучиться. Не заходи в двери, пока они полностью не открылись. Как тебе зайти сюда? А, окей, зайти в дверь. Все, пошли. Давай, окей, все, пойдем. Заходим в дверь. Очень странная игра. Прекрасно везли для того, чтобы быть одному. Нужно запомнить дорогу. Запомнил я вроде. Ну да, да. Почему тоска? Его зовут Тень. А, ну понятно. Чего он туда смотрит-то? Ага. Как? А, вот так, ядрить твою. Как это запоминать-то? А, чего? Ну, допустим, я натыкал все. Я все натыкал. Хера ты скалолаз. Так. Я могу уже, когда снова сяду в свое кресло. У него прям все есть, смотри. И кресло, и все прочее. Молодец, хорошо живет. Использовать кирку? Куда? Так, а я не понял, подожди-ка. Ну, дорога вроде, сам помню. И типа он меня не пропустит? Да ладно. Да не может такого быть. А он меня может не пропустить? Типа то, что я не запомню дорогу, взять. Это что такое? Кусок мела. Теперь я смогу нарисовать луну, которая вечно будет сокрыта от глаз. А, я понял. Мне нужно сейчас нафармить ресурсов. У меня есть кирка? Сокровище находится за почти непробиваемой толщей кристаллического стекла. Хотя все равно оно мне сейчас не нужно. Ага. Да он прям разнорабочий. Смотри-ка, и мел рисовать, и кирка, киркать. Ты видал, да? Молодец! Молодец, чувак! Так держать! Молодец, чувак! Ядрить тут дверей! Ядрить тут дверей! Ну, давай в эту зайдем. Так, дорогу я вроде пока что сам запоминаю. Это типа, может, мне игра... Игра тренирует твою память. Прикинь, она тренирует твою память. Игра про тоску. Игра про тоску, но она тренирует твою память. Видал, да? Ну, да, понял. Игра про тоску, которая тренирует память. Ну, я понял, смотри-ка, тут дохерища дверей. И из этого нам нужно... Хотел бы знать, сколько огромные эти пещеры. Да сейчас узнаем, подожди. Я тебе серьезно говорю. Тренируй память вместе с тоской. Тоску и тренируй память. Куда ты пошел-то, дурашка?
Туда давай. Во, молодец. Что? Ничего не делай мне тут. Так, туда-ка давай вот в эту дверь зайдем. А чё типа? А, чё? А это тогда чё? Оба-на. А я где, в смысле? А типа существует такое, что я нахер потеряюсь? Не, ну Маша такое быть. О, а это всё, да? Это конец. Он не сможет. Тут очень странное управление на самом деле. Ты не сразу к нему привыкаешь. А-а-а. Чё? Да ты прям ни хера себе исследователь. Очень странная игра на самом деле. Мне нравится запах земли. Но по твоему состоянию тела тебе нравится любой запах. Земли? Чего-то еще? Ты, по-моему, в ней с самого рождения, в этой земле. Тебе на самом деле можно об этом сказать. Чё взять? Стой на месте. Чё это? Да погоди ты, ядрить твою. А, лист бумаги пригодится мне для рисования. Хотела бы знать, как он сюда попал. У меня есть? А, у меня было 3 листа уже. Хера, а как тут комбинировать-то чё-то? Это куда? Куда меня нелегкое занесет? Да ты прикинь, что творит, зараза. Давай понаблюдаем. Это, понимаешь, она тренирует твою память, но одновременно она понимает, что типа, ну ты, типа, давай я сам, я пройдусь, а ты потом выбей. Да это двойная тренировка памяти, прикинь. Это тренировка памяти. Игра, молодец. А он ее случайное место, да? Он хер по никуда чешет. Погоди-ка, а он может дойти вот сюда? Тогда нахрена все эти тренировки памяти? Все вот это вот. Ты прикинь, что творит она? О, бля, что зараза? Этот кашель никак не проходит, зараза. Окей, смотри, наблюдаем. Наблюдаем и тренируем память вместе с тоской. Тренируй память и тоску его, прикинь? Он просто ходит. Он ходит по моим следам. Да! А нет! Я думаю, что пойдет назад. Подожди, а у меня ж теперь есть. Ну ладно, окей, давай, шуруй. Шуруй, 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 шуруй. Типа, а там чё? Тренируем память, окей. Ты запомнил место? Потом проверю. Ядрить тут дверей, короче. Они в каком-то дереве живут? Они жуки? Кто они такие-то? Долго он будет ходить, нет? Не, мне интересно, как закончится вообще. Он типа устал. Там, я не знаю, у него... Не знаю, в туалет отошел. Временами одинуешься даже хорошо. Да ты не один, чувак. За тобой смотрят люди. Тебе осталось 399 дней. А типа... А, ну обнуляется, да, счетчик? Или типа нет? Очень странная игра на самом деле. Ты про... Я... Вот это единственная игра, в которой мы тренируем память и одновременно ни хрена не делаем. Но типа тоску мы разгоняем с вами. Тоску мы с вами разгоняем. Это хорошо. Куда ты приперся? Блин, а сейчас закажешься, что мы по жопе короля путешествуем, да? Ну так, внезапно. Внезапно так тебе скажу, да? Я думал, я думал, окстился уж, все. Типа, харе, пора уж остановиться. Тренируем память, и ни хрена не делаем. Вот, мои руки. Вот они, я хлопаю. Слышишь? Слышишь? Тренируем память, и ни хрена не делаем. Эти ступени должны вести вместо... Вместо за чего за пределами земляного дворца. Не думаю, что король будет рад. Пойди я туда. Давай!
Давай, потренируем память, как ты быстро потом сориентируешься, что нужно бежать от короля, то, что он тебя может ухерачить, или бежать туда, чтобы тебя не ухерачили. Вот ты видал? Это, я не знаю, это какая тренировка. Это добротные ступени. Я, ему нравятся ступени, он, походу, их сам делал. А хера ли он их восхваляет так? Он, походу, их сам делал. Я уже не помню ничего, окей, я просрал тренировку. Я просрал тренировку памяти. Но ты не просирай! Ты не просирай мне! Я тебе сказал! Просираешь тренировку памяти, будет херово! Просто смотрим, это... Вот почему она называется тоска. Ты просто берешь и смотришь, как черный человечек ходит. О! Это выход из дворца! Мне нужно исследовать другие части королевства, но лучше быть начеку. Да в смысле мне? Алло, давай, я хочу, чтобы ты пошел туда. Давай, давай. Остановился. Да ладно, окстился. Хотела знать, куда можно прийти, следуя за кончиком собственного носа. Этому есть предел? Нихера себе. Ну давай, пошли. Он окстился, прикинь, думает, ну нахер еще король потом по лбу надает. Молодец, все, ничего не случится. Да господи! Давай, 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 давай. А типа он вообще может выйти отсюда? Или типа нет? Тихо, что взять? Взять, бери. Что это? Кремний, уголь? Кусочек угля, павший барон. А, да понятно, мне это читаю. В смысле три? У меня три бумажки. У меня три бумажки и уголек. Старая дверь открывается довольно медленно. Окей. Через 2 часа? Хера себе! А ну-ка, если я посмотрю. А как тут ставить, а ты помнишь? Это мы разгоняем тоску, тоскуя. Ты понимаешь, да? Вот это философия, философская игра, ни хера себе. Подожди, вспомните. Я правильно перевел? Да не заметки. Тихо-тихо. Ну типа лонг длинный, но само собой, что это должно быть что-то. Инк. Да, тоска! Мы разгоняем тоску, просто ее от себя отбрасываем. Просто смотря на то, как черненький человечек ходит. Где ты такое видел? Объясни мне, чувак. Где ты такое мог видеть? Нигде, конечно. Ты нигде такое не мог видеть. Разгоняем тоску, тоскуя. А он тоскует, мы с тобой не тоскуем. Память тренируешь? Тренируй, куда он идет? Вот давай, смотри. Сейчас проверим тебя. Я забыл уже все. Алло, чувак, стареешь? Да в смысле? Я думал, он придет. Смотри, куда он сейчас выйдет? Вот я тебя проверяю. Я тебя сам проверю, смотри. Куда он сейчас выйдет? Варианты. Он выйдет в дверь. Он найдет там дверь. Он выйдет. Давай. Еще четвертый вариант. Выйдет куда-то. Давай. Выбирай вариант. Так, спокойно. Остановился. Ты выбрал варианты? Из 4 вариантов. Какие варианты, я, конечно, уже не помню, но... Ну, ты понял. Давай. Все, поехали. Ты выбрал? Типа, давай. Давай. Ты выбрал. Давай. Давай, попробуем. Давай. Зайди в дверь. Он сам заходит, да? Да, он сам заходит. Давай. Правильно был какой вариант? Черкани в комментариях. Потому что я не помню уже. А он видит. Ну ладно, не буду портить кашу. Кашу, как говорится, маслом не испортишь. А вот маслом черным можно испортить. В разы просто. Вот, собственно, ты понял, да? Ты понял. Тоску разогнали. Тоску нахер разогнали. Давай. Он пошел опять. Похоже, эта резьба представляет из себя довольно примитивную карту королевства. Сразу в ней разобраться не получится. Нужно время. Тут на все нужно время, вообще. Я понял, почему игра называется «Тоска». Ну, типа, и в реальности на все нужно. Да, блин, я остановил чувака. А что там? Да подожди, я не хочу туда. А типа, не, погоди. А есть такое, то, что он может прийти? Да, он пошел.
А есть такое вообще, что он может прийти в первую комнатку? Типа, то что может от нас за этой дверью? Еще одни... Ну, типа, это не дверь-проход, еще один проход. Кусочек угля. Там, я не знаю, там, конструктор Лего. Просто конструктор. Да иди, иди, задрал уже. Король с дубинкой. Кто? Охранник короля? Так я и есть охранник короля. А в этом королевстве, кроме короля и меня, никто не живет, да? Ну ты понял, да? Я у него как раб. Я у него, короче, как раб. Хера тут дверей, блин? Иногда я хочу просто остановиться. Присесть, да тут некуда садиться, разве что на ступеньки. Но ты же ключи дома не забыл, чтобы на ступеньках сидеть и ждать, как кто-нибудь придет, правильно? Молодец, все. А вообще есть такое, то, что он куда-то может прийти? Ну, в смысле, там, например, ему за что-то за это будет. Его король дубинкой отхерачит. Я не знаю, там... Его привяжут, там, накажут. Дадут еды, там, не знаю, медаль выпишут. Чего может за это ему быть? Ходим! Самое клевое видео вообще, которое я когда-либо только записывал на самом деле, это просто наблюдать, как черный человечек, не надо что-то в комментариях, ходит. Долгая прогулка всегда хорошее занятие. Да в смысле, и чё? И все типа? Вот на вот этом вот ты решил закончить прогулку? Ну-ка погодь, а если я опять нажму? Да я не хочу, чтобы он шел туда, я хочу, чтобы он шел туда. А, или может зависеть от того, где стрелка, тогда я вот так вот на блин. Ладно, давай сам. Не вздумай. Просто ходим по замку, в любом замке вообще подчиненного за это бы ухерачили только в путь, я тебе гарантирую. А вот ну-ка, если я теперь в случайное место. А он все равно идет обратно, да блин, да так нечестно. Он идет обратно. Ну окей. Это лучший видос, который я только когда-либо записывал. Мы с тобой смотри, что за это видео сделали. Насмотрелись, как человечек ходит. Насмотрелись, как человечек ходит. Насмотрелись, как человечек ходит. Насмотрелись, как человечек ходит. Подумали, что ему может быть за это от короля. А, проверили нашу с тобой память. Как ты... О, в другую дверь, кстати, пошел. Проверили нашу с тобой память. Как она там... О, я тут был. А в смысле? Прикинь, память 100% я. Память 280%. Процентов. Я тебе серьезно говорю, это просто туши свет. Память. Ты понял? Ты меня, думаю, понял. Но это да, это та дверь, это та, которая открывается 20... А нет, это не та. Какая классная игра. Какая классная игра, я тебе серьезно говорю. Называется тоска. Ты думаешь, больные тоска. Тоска, буду тосковать, будет всякая жопа и так далее. Нихера. Ты посмотрел на то, как человечек ходит. Мы с тобой протренировали нашу память и поняли, что мы просто мастера. Ну, я мастер, естественно, это. Давай ты сам пойдешь. Да я не хочу туда уходить, алло, иди туда. Протестировали память, поняли, что... Ну, я, окей, хорошо, ты и я мастера. Поняли, что человечку, возможно, хана, когда король проснёт через 400 дней, мол, а какого хера ты блуждал по королевству? Хотя, ну, судя по нашей памяти, что мы вернулись обратно, это он об этом не узнает. Если у него какие-то там камеры, какие-то локаторы не стоят, то этого не может быть. Что мы еще сегодня с вами выяснили? Выяснили, что он может ходить, выяснили, что он прям философ, это прям, это да. Я не помню, конечно, насчет чего, но прям философ, это да. А, типа, ходьба, лучшее средство там от чего-то, я аж на монитор плю. А, нет, давно уже, видать, плю. Но ты понял, ты понял. Это мы с вами выяснили просто все, что можно выяснить.
Это протренировали память. Это игра, вот он. Эта игра сделала за тебя просто все. Она вытренировала тебя. Она так тебя вытренировала. Что теперь ты смотришь и понимаешь. Бля, я мастер. Я мастер. Память. Где он? Где он? Ты прям зараза. Ты прям мастер. Он мастер. Король сбит. А он идет. Эта игра сделает тебя просто, я не знаю, джиниусом каким-то просто. Судя по всему, что она вытворяет. Память натренирована. Философия прокачана. Ты смотрел, как ходит таракан с носом. Ты видел все в этой жизни. Ты после этой игры ты будешь настолько натренированным, то есть ты будешь настолько богом, что просто нету слов. Ты будешь самым натренированным человеком после того, как посмотришь эту игру. Как посмотришь, как чувак ходит. Разбудить короля. А это уже было, да? Да, окей. Через 400 дней, возможно, когда этот король проснется, ты ему скажешь. Чувак, я гений. Я смотрел, как я хожу. Я ходил. Я тренировал память. Я угорал. Я философствовал. Я должен быть на твоем месте. Но пока я посижу на кресле и почитаю книжку. Или порисую. И нарисую, возможно, вторую Мону Лизу. Нихера, автопортрет, отец! Кисть руки, душа, душа это король, кстати. А какого ж хера? Вож. Давайте я вож нарисую. Он художник. Философ, рассудитель, художник. Тренер памяти. Гений. Этот человек. Вот это. Вот казалось бы, опять-таки, ты смотришь на него, думаешь, что за дебил? А потом выясняется, что он гений. Он мастер памяти, он художник, он будущий король. Я тебе гарантирую, он станет королем этого государства, там, царства, что это такое. Потому что это настоящий король. Вот кто должен быть королем. Это гений человек, это вообще не человек, это, конечно, это вошь, наверное, не знаю. Но, ты понимаешь, он гений. Он гений, я тебе все сказано. А пока он рисует, я скажу тебе, вам. Тебе всем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Всегда пишите комментарии. Картины с шами просто не может быть много. Естественно, не может быть. Повешать надо обязательно. На ВК, на Инстаграм всегда пишите комментарии. Будьте гениями. Тренируйте память. Будьте как он. А это просто мастер. Художник. Гений. Тренер памяти. Философ. Кто джиниус? Я не знаю. Мастер рисования вожей. Вот это он. Все. Да. Все, всем встречи, всем пока.